хорошо известном лагере. Ай! Мило, блин, это точно по квесту было? Ты мне говорила, что комарик укусит. А ощущение такое, что вошли в мое личное пространство. Ну, может быть, не по квесту, но так или иначе я заигралась. А, и кстати, коль ты здесь, отнеси этот пакет организаторам. И не смей смотреть что-то, мы никому не показывай. Это очень важно. Вперед, пионер! Нашли себе, блин, дверь или квад. Квест, чтоб мне. То Ольга Дмитриевна, то Виола. Туда принеси, то подай. Ладно. Пойду схожу. Да с тянками дальше буду селфи пилить. Так, а это мое. Я пошел. Надеюсь, вы тут прочесали все от и до, ибо нам не нужны лишние глаза. Доверьтесь, господин, я хоть раз когда-нибудь подводил вас? Хорошо. Так вот, мы пришли сюда, чтобы сорвать этот квест. И ничто нас не остановит. Или мы не два червя. Шпионы из лагеря сообщили мне, что тут есть некая бутылка бесконечности. Завладеть ею мы сможем взорвать этот квест. Ну что, два червя, за бутылкой! Ничто нас не остановит! Чего Google не соврал? Вачеры действительно хотят взорвать фест. Что же делать? Что же делать? Я придумал, надо собрать супергероев пионерии и назвать их защитники. Нет, что-то не очень. Мстюны! Мстюны! На сбор! Мы герои! Что ж... Друзья мои, братья, нам стало известно, что двачеры хотят сорвать фест и разрушить эфир Датфила. Мы должны им помешать любой ценой. Совенок в наших руках. Вы готовы? Да, точно! Я не слышу! Да, точно, капитан! Вперед на поиски! Блин, еле как от отряда Ульяна сбежал. И чё, всем интересно, что в этом пакете? Потом он еще хочет... Ой, Алис, привет! Как ты меня хотел назвать? Да нет, тебе показалось. Ты как бы... Да я... У тебя есть опыт раз? Тут такое дело... Ты моя вайфу, давай селфи сделаем. Как же эти пионеры... Да ладно, давай. А что у тебя там сзади? Что в пакете? Это чем ты? В каком пакете? Это что, Ленка в купальнике? Это я удачно зашла. Ну что, пионер, за это можно и два селфи. Тут такое дело, просто Виола просила. Что Виола просила? Где музыка? Ну расскажи мне, что она просила. Ну давай, немножко. Спасибо!
Я искал тебя, да? О, Семен. Морфилос. Белый. Подожди, тебя конкретно сейчас смущают? Ну, пока что только это интересует. Так, стоп, подожди. А это что, ли все не настоящее? Конечно, нет. И она? И она. Вообще, по идее, ты должен сейчас заниматься кунг-фу, но ты какого-то Смита залез в эту альфа-версию, которую кто-то написал по бутылку по приколу вообще. Да как так-то? Да не верю. Подожди, Семен, ты реально веришь, что 200 задротов могут выйти из своих домов, приехать в определенное место, чтобы проводить вместе время и общаться? Стоп, подожди, а я же избранный, да? Естественно, Сеня. И я могу менять матрицу под себя? Конечно. Тогда я создам свой отряд с блэкджеками и пионерками. И начну с нее. Это и будет моей хорошей концовкой. Семен, вставай! Вставай, кому говорю. Алиса? Покажи тебе, Алиса. Все, ты поедешь на свой Савянок Фест. Это еще почему? Я сделала тест. И знаешь, что он показал? Что? Три. Три полоски. Три полоски. Ты пойдешь со мной? Юля? Какая разница? Ты пойдешь со мной? Ну, конечно, пойду. 12 000. Чё? Тебе это нифига? Ну как нифига? На красавце! А если с Алисой хочу? И ещё 5 500. Ну так что? Дорого? Ну ладно, я согласен. Thank you.